Я спал около 3 часов последние несколько дней, и это видео будет очень весело снимать. Привет, ребята, это Мэтт. Пару дней назад я спрашивал вас в Твиттере, что мне снять, и я получил много запросов для видео. И большинство из них звучало так: «Мэтт, расскажи, как стать твоей девушкой». Я не понимаю, почему вы этого хотите, ведь я задрот и всегда сижу дома. Но я расскажу. Много для этого иметь не надо, собственно, это всего лишь пара обычных вещей. Первое — ленивость. Когда нам скучно, мы выбираем между пойти погулять с друзьями и сидеть дома, ничего не делать. Я выбираю сидеть дома и ничего не делать. Некоторые люди ходят в спортзал, но для меня это просто шесть. Другой способ стать моей девушкой – это быть королем прокрастинации. Прокрастинация – это откладывание дела на потом. Нужно время, чтобы познать все пути изучения прокрастинации. Еще одна вещь – жри, когда тебе скучно. Кто сейчас ест, когда действительно голоден? Еще вы должны иметь сбитый режим сна. Вы должны иметь сбитый режим сна. Вы должны приучить свой организм не спать до 6 утра. Вы должны уметь собирать кубик Рубика. Я не собрала его ни разу, не слышно. У вас должен быть кубик за первое место по плаванию. У вас должен быть черный пояс по карате. Давайте быть странными! Также вы должны тусить со всеми моими друзьями. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, также подписывайтесь на меня в Твиттере, Инстаграме, добавляйте ко мне в друзья ВКонтакте, скоро будет новое видео и озвучки, собственно. Подписывайтесь на канал, еще раз. Также задавайте мне вопросы для моего видео Ask Julia. Увидимся скоро. Пока! Alright guys, see you next Monday.